говорити про місто на всю країну та прославляти його своєю продукцією. Від міськради на розвиток власної справи маріупольські підприємці можуть отримати грант в 1 мільйон гривень. Для цього потрібно презентувати свою ідею на конкурсі. А ті, хто тільки планує зайнятися бізнесом, можуть звернутися до спеціального центру за консультацією. Як це зробити, ми обов'язково розповімо. Маріуполь, тут варто бізнесувати. Унікальний рецепт та одночасно бренд міста. Шеф-кухар Олена Фоменко 3 роки тому вигадала маріупольський торт. Хрусткий та дуже солодкий, адже в ньому 22 шари пісочного тіста, безе, згущене молоко та горіх. Ви не знайдете цю рецептуру на вітринах магазинів, там, кондитерських, інших магазинів продуктових. Тобто цієї рецептури немає. Так хотілося, щоб знали, що у нас город вкусний, красивий, і що потрібно приїжджати теж к нам. Цього року на відкриття кондитерської жінка виграла грант від міста у розмірі 250 тисяч гривень. На ці кошти придбала обладнання. А ось так на маріупольській фабриці виготовляють іграшки. Руслана Щербина відкрила бізнес 3 роки тому. Також за допомогою грантової програми від облдержадміністрації та міста. Ми производимо м'які ігрушки, подушки, пледи. Також ми производимо сувенірну брендовану продукцію для міста. Нині підприємниця вирішила, треба розширятися, тому взяла участь у конкурсі «Бізнес-бренд Маріуполя». Переможцю обіцяють 1 мільйон гривень. Зараз ми розширяємо свій асортимент, і для цього нам потрібно все-таки фінансування. А все обладнання достатньо дорогое, і своїми силами не справляємося. Серед учасників і пан Ярослав. У нього власна кав'ярня. У планах запустити виробництво дріб кави. Продукцію фасуватимуть по порційних пакетах. Такий напій можна буде готувати без спеціального обладнання та навичок. Новий тренд в заварюванні альтернативного кофе, яким пользується практично 99% штатів і процентів 30% Європи. К нам він тільки доходить. Поки производство тільки знаходиться там Київ, Дніпро, якісь крупні міста, у нас поки немає. Оцінюватиме конкурсантів комісія у складі – бізнесмени, чиновники й депутати. Той бік ідеї, який буде сприяти просуванню бренду Маріуполя, впізнаваності міста. Ну і є такі ще критерії, як можливість створити франшизу на базі цього бренду. Та головна умова, аби бізнес вже працював. А тим, хто має тільки ідею та не може її втілити самостійно, радять звернутися до Центру підтримки малого та середнього бізнесів. Там допоможуть створити документацію і знайти фінансування. Ідея прийшла команді городського управління з командою Центру МСБ, коли ми думали, яким образом нам ще дать такой активатор, возможность поддержки чему-то связанному, символизирующему с Мариуполем. Мы искали этот механизм и сделали его в виде такой программы. Конкурс, который будет проходить раз в год с достаточно серьезным призовым фондом, как вы знаете, это 1 000 000 гривен, где участники, которые представят конкурсной комиссии свой бизнес, свой продукт, который ассоциируется с Мариуполем, покажут его жизнеспособность, обоснуют свой запрос и покажут перспективу, как этот продукт или бизнес будет популяризировать Мариуполь и делать его более популярным. Вот мы предложили такой механизм. Депутаты поддержали, мы утвердили, это нашло отражение и в программе МСБ, и в бюджете. Мы сопровождаем бизнес, более того, мы год, два, три отслеживаем, как он успешно ведет. И это же конкурс, который в том числе предполагает минимум 20% софинансирования собственного. То есть есть технический процесс, мы перечисляем транш 30%, смотрим, как участник свои деньги потратит, берем подтверждение, перечисляем следующий транш. Никому не секрет, что в нашем городе экономика была очень долгое время зависима от крупных предприятий, которые работают в нашем городе. Для того, чтобы экономика была более диверсифицирована, для того, чтобы она была более крепкая, как раз и стал вопрос о том, что нужно более интенсивно развивать малый и средний бизнес. Для этого в нашем городе явно не хватало инфраструктуры, которая бы помогала бы создаваться малому и среднему бизнесу. В частности, это какие-то образовательные проекты, это коворкинги, это и такие центры, как был создан наш центр. В
2019 году исполком города Мариуполя принял решение о создании такого центра, и депутатский корпус поддержал это, и было приобретено помещение, были выделены бюджетные средства на реализацию программы поддержки развития малого и среднего бизнеса в городе Мариуполе, которая была рассчитана на период 2019-2021 год. И как часть этой программы был, соответственно, создан наш центр. Мы исходили с той позиции, что в городе Мариуполе одним из стоп-факторов, который не позволял развиваться и малому и среднему бизнесу создавать новых предпринимателей, это отсутствие двух факторов. Первое – это недостаточно навыков и знаний, и второе – это отсутствие финансирования. Как раз наш центр – один из проектов, который самый первый мы стали реализовывать, это Мариупольская школа предпринимательства. Это экспресс-курс. В течение месяца мы даем весь необходимый комплекс знаний для открытия предпринимательства, для того, чтобы предприниматель уже мог ориентироваться, в какую форму выбрать налогообложение, допустим, как выбрать бизнес-идею, каким образом можно зарегистрироваться и уже непосредственно начать свой бизнес. И вторую часть, о которой я говорил, которая являлась стоп-фактором для развития бизнеса, отсутствие финансирования, как раз решает вопрос международной организации, которые ведут очень активную деятельность в Донецкой области и в городе Мариуполь в частности. Но также следует отметить, что город тоже не стоит на месте, и вместе с наряду с международными организациями появилась в городе программа финансирования стартап-проектов, которые позволяют получить 250 тысяч гривен на любой бизнес, который только-только начался. Одним из базовых условий выдачи гранта является срок регистрации предпринимателя не должен превышать года. Для того, чтобы претендовать на этот конкурс, этот бизнес уже должен существовать. То есть это не стартап уже как таковой, а некий бизнес, существующий в такой форме, который можно масштабировать и развить с помощью этой программы. Потому что для начинающих предпринимателей у нас есть грантовая программа Мариупольская М-бизнес, да, и мы там выдаем гранты для начинающих. Здесь это более устойчивый бизнес. В оценке принимают участие как міська рада, так і представителі бізнесу, громадських організацій, депутатський корпус. Те предприниматели, ну на тот период даже еще не предприниматели, они получили базовые знания от нас, они сформировали свою бизнес-идею, они представили экспертам центра МСБ, получили обратную связь, и некоторые из них даже успели получить гранты, и, соответственно, сегодня они успешно работают. Это разные сферы предпринимательства, это и производство продуктов питания, это и сложные технические услуги, это и образовательные проекты, то есть абсолютно разные проекты, которые наши предприниматели смогли защитить и получить финансирование, они сегодня успешно работают. Все услуги центра МСБ для жителей города и предпринимателей являются бесплатными. Находимся мы сегодня на улице Греческой, 43, это где сейчас находится библиотека Короленко. Либо по телефонам, либо через социальные сети к нам можно всегда записаться, прийти на консультацию, и мы расскажем уже о тех последовательных действиях, которые нужно сделать для того, чтобы пройти путь от непредпринимателя до предпринимателя. Мы в ходе беседы, в ходе консультации мы выявляем уровень потребности, уровень знаний элементарно. И бывают случаи, когда мы предлагаем и пройти нашу школу предпринимательства, либо бизнес-инкубатор, уже там непосредственно и обучиться, и, скажем так, сформировать свою бизнес-идею, и уже потом, после окончания школы, мы учим такому предпринимателю финансирование. Такий конкурс проводитимуть щороку, аби розвивати місто та підтримувати підприємців. У муніципалітеті обіцяють підтримувати кожного, хто має цікаву ідею. Маріуполь, тут варто бізнесувати.